из важнейших целей, которая была объявлена в видении компании Lasselsberger. И я очень хотел бы, и я верю в то, что вы разделяете это видение, это обеспечить устойчивый рост эффективности и прибыльности компании, чтобы стать лучшими в холдинге Lasselsberger. Практически каждый день в компании происходит что-то интересное. Компания развивается, компания достигает замечательных результатов. И в этом только ваша заслуга и только ваш вклад. Мы сделали большой шаг вперед, начиная с 2017 года. В 2018 году мы удержали результат, но поставили перед собой еще более высокие задачи на 2019 год. Спасибо вам большое за это. Давайте поаплодируем нашему коллективу. Большое спасибо всем. Великолепная команда «Знания 5С» сделали такой проект изумительный, я бы так сказала, в общем, нам есть чему поучиться. Но, внимание, мы идем к вам ко всем дальше. Почему этот проект? Он начинался, вообще говоря, летом, когда Альберт и многие другие сотрудники нашей компании прогулялись по нашему заводу и обнаружили порядка 90, если я не ошибаюсь, может быть, даже больше, мест хранения товарных материальных ценностей. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна. Все, что мы сделали с вами в 2018 году, все, что мы будем делать с вами в 2019, 2020 году и дальше, все делается вашими руками. Все делается с помощью и только с вашим желанием.